Человекоподобного робота Ибуки с лицом 10-летнего мальчика, способного показывать эмоции, разработал японский инженер Хироси Исигуро, передает Tengri News со ссылкой на HiNews.ru. Рост андроида составляет 120 сантиметров, вес 37 килограммов. Он был смоделирован по подобию 10-летнего ребенка. Каркас робота изготовлен из таких материалов, как углерод и пластик, а лицо и руки покрыты кожей из латекса. Робот умеет улыбаться, удерживать вещи руками, а также размахивать ими. В планах инженера добавить больше функций для естественного общения, включая распознавание людей и поддержание диалога.